В Твери открылся диагностический онкоцентр «Белая роза». Участие в мероприятии приняли президент фонда социально-культурных инициатив Светлана Медведева, губернатор Тверской области Игорь Руденя, митрополит Тверской и Кашинский Сава. А все подробности у нашего корреспондента Ирины Синягиной. Диагностический центр «Белая роза» официально открыт. В новом медицинском учреждении женщины буквально за несколько часов могут бесплатно пройти полный комплекс диагностики. МЦ работает в рамках системы медицинского страхования. Скрининги проводятся бесплатно для всех женщин, имеющих полис ОМС. Здесь можно пройти осмотр акушера-гинеколога, онколога-мамолога, сделать УЗИ и маммографию на современном низкодозном цифровом маммографе. Новое медучреждение – это благотворительный проект Фонда социально-культурных инициатив, направленные на сохранение женского здоровья. И сегодня для нас очень знаменательное, долгожданное событие – это открытие благотворительного медицинского центра женского здоровья здесь, именно в Твери. Уже работают 15 центров во многих регионах нашей страны. И мы планируем открытие еще 3 центров в самые ближайшие 2-3 месяца. И главной целью нашего центра является комплексная, бесплатная диагностика онкологических заболеваний женской репродуктивной системы и молочных желез. Концепция ведения ранней диагностики в наших центрах, она полностью совпадает с пониманием концепции сохранения, как уже мы сказали, и демографической ситуации, и к здоровью женщины в целом. Светлана Медведева и Игорь Руденя осмотрели центр, кабинеты врачей, оборудование и пообщались с персоналом. Дан старт положен начало очень важному проекту на Тверской земле. Это проект «Белая роза», который инициирован Светланой Владимировной Медведевой. Это очень важное направление, потому что сегодня для того, чтобы мы с вами выполняли самую главную задачу, которая стоит перед нами, задача называется «Демография», это чтобы наше население шло в плюс, и чтобы мы имели перспективу, потому что все это делается для будущих поколений, для сохранения нашего настоящего. Особую роль играет наши дорогие женщины. И здоровье наших женщин является, конечно, главным залогом успешной демографии не только нашей страны, но и, конечно, нашего региона. Это учреждение, если так можно казенным языком его назвать, станет, наверное, основой для своего рода технологическим стандартом для оказания медицинской помощи нашим женщинам. И дальше, я надеюсь, что мы воспользуемся, так сказать, этим корпоративным стандартом, который был выработан и создан проектом «Белая роза» для дальнейшего развития нашей уже сети региональной медицины. «Белая роза» в Твери будет работать 6 дней в неделю с 9 утра и до 9 вечера. Плановая помощь центра рассчитана на 50 посещений в день. Ежемесячно помощь будет оказываться около 1200 женщинам.